На финишную прямую вышли с потерями. Речь о благоустройстве городских тротуаров по нацпроекту БКД. Еще месяц назад активисты УНФ говорили о том, что на новых пешеходных зонах нашли нарушения. Чиновники отчитались, мол, замечания учли, с подрядчиками работу провели. Однако общественники заявляют, что практически ничего не исправлено. Зоя Зотова продолжит тему. Это ужасное благоустройство. Кто кладет плитку просто на песок? Первые 3 дня, когда ее положили, пошли дожди, и весь песок вымыло на дорогу. И это была не городская дорога. Эта дорога, вот, ее сфотографировать, и она вполне себе пишется в сельскую местность. Я так-то не обращаю, именно на это не обращаю внимания. Так-то более глобальные там есть места, где нету тротуаров. Вот так о похорошевшем Кирове говорят сами жители. Точнее, о тротуарах, которые не прослужили на благо городу и 3 месяца и начали разрушаться. Претензии к пешеходным зонам высказывали активисты УНФ еще в августе. Тогда они провели проверку свежеуложенных тротуаров из брусчатки, к рейду подключили и маломобильных граждан. Обновленный центр Кирова оказался полосой препятствий. Все претензии общественники направили в администрацию города. Позже чиновники отчитались, мол, замечания учли, с подрядчиками работу провели. Но активисты УНФ изменили. Практически не заметили. Замечания по понижению, да, по пониженным бордюрам, по дренажным решеткам, они, к сожалению, в большинстве случаев не устранены. То есть здесь подрядчик так за 2 месяца, больше чем за 2 месяца, не появился и не предприняты никакие меры. Благоустройство городских тротуаров должно было завершиться еще к 10 октября. Но в Кирове есть много участков, которые недоделаны. Такими улицами являются улица Лепси, например, улица Луганская, где работы начаты, но по каким-то причинам нам неизвестным остановлены. И пешеходы вынуждены передвигаться по недоделанным тротуарам, по проезжей части, по грязи. Следующая инстанция у общественников – прокуратура. Активисты потребуют устранить замечания. Ну и хорошие новости тоже есть, говорят в Народном фронте. Например, на улице Володарского подрядчик все исправил. Появились плавные съезды. Зоя Зотова, Никита Луковников, Бюро новостей давеча.